Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Миленький мой, иду к врачу. Из предыдущего видео вы уже знаете, что у меня ошарашил врач моими результатами обследования. Ну ладно, суть не в этом. В общем, иду по врачам, занимаюсь своим здоровьем. Жизнь продолжается, надежда умирает последней. Ну, я, естественно, прохожу через парк. И я, соответственно, покормлю птиц, как обычно. Смотрите, у нас снега почти нет. Несу птичкам зернышки. Купила вчера, намешала. Здесь перловка, семечки и немножко горох. Все размешала. Сейчас буду кормить. Немножко здесь, видите, лед есть. Осторожно иду. Погода шикарная. А мои голуби не голодные. Вон они кушают, там люди. Это радует. Сейчас посмотрим, как они меня встретят. Лужи кругом. Вон уточка в луже купается. Две. Вон они. Потому что еще водоемчик, речка наша, не оттаяла. В луже купаются. Ну вот они, милые мои голубки. Сейчас я их покормлю. В пакете неудобно, поэтому вот в мисочке такой теперь, в баночке. Кушайте, мои хорошие, кушайте. Они любят такие зернышки. Ну, посмотрите, опять одна из них блондинка. Так, собачки идут. Распугали всех моих птиц. Нехорошие собачки. А еще одни вон еще бегут. Подтягиваются. Ну, немножко высыпал. Сейчас посмотрю, если скушают, все еще дам. Им там вон хлеб набросали. Они его не кушают, сухой хлеб. Ну, конечно, как они его расклюют, если он сухой. А вон она, думаю, где моя блондинка. Знаете, вот здесь кушайте. И так стараюсь в сторонку отойти, все равно мешают моим голубкам. Как же я люблю голубей, миленькие мои, я их обожаю. Я думаю, так всю баночку я им отдам. Кушают нормально. Голодные. Ну все, моя баночка пустая. Они хитренькие, они семечки скушали и смотрят. Поставили, посмотрели, больше ничего им не дала. Теперь клюют уже перловку. В первую очередь съедают семечки, потом горох. И в последнюю очередь уже клюют перловку. Ну, я обожаю, когда они воркуют. Ой, пары кругом бегают. Вон голубь с голубкой побежали. Вон они, вон побежали. Вон побежали. Опять ухаживает за ней. Красавчики. Все, пошли деток делать. Ой, как красиво. Она важная, первая идет там за ней. Вот еще одна пара влюбленных. Видите, да, вот они.
Так, вон еще пара. Вот. Весна, парами начинают ходить. Ой, как он распушился, красавчик. Все, расхаживаю, все, расходятся, покушали. Вот она, моя красавица, моя любимая блондинка. Ты передо мной, что ли, танцуешь? Ты моя хорошая. Одна вокруг меня ходишь. А, это мальчик. Ух ты, как красиво, смотрите, танцует как. Да ты мой красавчик. Я думала, ты около меня танцуешь, а он девочку присмотрел. Да ты мой хороший. Оказывается, ты блондин. Даже клюв беленький. Ну ты чё такой ненастойчивый? Оставил ее в покое. Ты мой красавчик. Какой же он красивый. Да ты какой умненький. Смотрит на меня, воркует. Красавчик. Обожаю голубей. Оставайтесь с Богом. А Ника пошла дальше. Да ты мой хороший. Он какой-то необычный. Смотрите, что делает. Ой, как красиво. Чистенький, чистенький, беленький, беленький. Нет, я пошел на Ты не боишься никого? Правильно. Не надо никого бояться, кроме Бога. Готова бесконечно любоваться голубями. Так, сейчас малышка вам даст хорошего настроения. Вот они, красавцы. Ну все, я пошла дальше. Ну вот, ну как они будут этот хлеб кушать? Люди, миленькие мои, если вдруг меня кто слышит, видите, хотя бы его размачивайте. Ну что это такое, накидали? Размочите, покрошите. Все равно они хлеб не любят. Они свежий только любят, немножко. А так они любят зернышки. Ну, в любом случае, спасибо даже за то, что хотя бы так кормить их. Но они не кушают такое, я уже это знаю. Лед у нас пока стоит. Смелые рыбаки. Рыбачат, все в лунках, в воронках, как лунки, лунки, наверное, правильно называются у рыбаков. Как будто кроты землю копают, когда кроты, горки такие из земли, а там горки из снега, изо льда. Ой, погода великолепная, 8 градусов тепла, ветра нет, на солнышке печет, жарковато, уже надо полегче курточку одевать. Ну все, миленькие мои, я двигаюсь. Всем приятного просмотра. Следующая остановка – Изюмская улица, дом 22. Изюмская улица, дом 22. Следующая остановка – Новобутовская улица, дом 13.
школа. Следующая остановка – Изюмская улица.